Мария ван Остервейк родилась 20 августа 1630 года в Нотдорпе, близ Делфта, где ее отец Якоб ван Остервейк стал проповедником, унаследовав это место от своего отца, присланного сюда из Делфта. С детства у нее было желание заниматься живописью, в которой она вскоре раскрыла свой талант. Когда же она убедилась, что ей больше всего нравится писать цветочные букеты и натюрморты, она избрала своим учителем знаменитого мастера цветочного натюрморта Яна Дахема в Утрехте. Искусно подобранные красочные переходы придавали ее картинам оттенок изысканности, и большинство дворов, где искусно пользовалась покровительством, страстно желали их приобрести. Знаток искусства Людовик XIV имел в своем кабинете ее картины. Император Леопольд и его супруга настолько высоко их ценили, что послали ей в подарок свои миниатюрные портреты, рамки которых были усыпаны бриллиантами. Также король Вильгельм и Мария имели ее картины, за которые заплатили 900 гульденов. Наконец она написала 3 работы для короля Польши, за что ей было заплачено 2400 гульденов. Она отличалась благонравием и необыкновенной набожностью. Особенно ревностно она занималась искусством, подолгу работая над своими картинами, так как слишком много внимания уделяла их отделке. Вот почему сохранилось весьма мало цветочных натюрмортов ее кисти. Она умерла 12 ноября 1693 года в возрасте 63 лет, будучи незамужней в Этердаме, в доме сына своей сестры, проповедника Якоба ван Ассенделфта, которого она воспитала после ранней смерти его родителей. Из этих сведений Хоуброкена со всей очевидностью виден характер воспитания художницы, выросшей в семье потомственного пастора, да к тому же позднее направившей на путь служения Богу и своего племянника. Вот почему так не вяжется с фактами, сообщенными Хоуброкеном, появившееся в русском издании каталога «Натюрморт в европейской живописи» утверждение, что отцом художника был ее учитель Ян Дэвис Дехем. Работая над своими натюрмортами, относящимися к типу суета-сует, художница, как показывает аллегория бренности 1668 года, умело режиссирует настоящий поставленный ею аллегорический спектакль. В состав натюрмортной группы здесь входит множество предметов, говорящих о желании человека увековечить себя и свои деяния. Глобус, книги, письменные принадлежности, флейта, ноты, кошелек с деньгами и монеты. В то же время на тщетность этих усилий намекают не только череп или цветок, жизнь которых весьма недолговечна, но и изречения из книги Иова. Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Книга Иова, глава 14, стих 1. Тут же присутствует и символ христианской веры, источника спасения души, фляжка, на этикетке которой читается надпись «Вода жизни», указывающая зрителю, хорошо знакомому с текстом Библии, на одно из мест апокалипсиса. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Откровение Иоанна Богослова, глава 22, стих 1. Thank you.
Давая оценку особенностям письма Марии ван Астервейк, Хаубрукен подчеркивает. Ее живописная манера отличалась склонностью к детализации, была тщательной и в то же время энергичной и быстрой, а сорта цветов, которые она выбирала, имели своеобразную трактовку, когда она переставляла их в своей естественной красе, добиваясь при этом нежности и тонкости. Справедливость этих слов подтверждается с такими работами Марии ван Астервейк, как два одноименных натюрморта цветы «Хэмптон Корт» – королевская резиденция в пригороде Лондона, цветы и раковины в Дрездене находящиеся, цветы, украшенные чеканным рельефом в Азии, Гаага, Морицхойс, букет цветов 1685 года, Копенгаген, Государственный музей искусств, где букеты цветов художницы аранжированы с продуманным изяществом. Остервейк добивается при этом единства живописного решения, благодаря необычайной ощутимости световоздушной среды, мягко обволакивающей ярко освещенные головки цветов и сообщающей цветочным лепесткам легкие голубые рефлексы. Красочная гамма ее картин чрезвычайно богата, а членению пространства в них служит не столько соблюдение законов линейной и воздушной перспектив, сколько чередование и игра цветовых пятен. В то же время, как и в упоминавшейся ранее ее картине «Аллегория бренности» 1668 года, находящейся в Вене Академии художеств, предметы натюрморной группы здесь несут символическую нагрузку, намекающую на идею быстротечности жизни. Так раковина теперь всего лишь пустая оболочка, а прекрасные распустившиеся пионы и розы завтра будут тленом. Thank you.